Такое странное чувство. Типа, блять, нам скоро пизда приснится. А я не знаю, почему. Понятия не имею. Но мы с Любой держим. Опять нажрались! Пидоры! Ёбаные! Кто там, блядь, ещё за хуй? Рыба! Шах, бля! Погодь! Это, пароль. Ой, ёпси нахуй, не помню, как же ж его там... Вот как... Точно, блядь. Ты, блядь, пиздец, вовремя. Я как раз только самогонный аппарат припиздяю. Сзади ученых обчистил, блядь. И они, блядь, пиздели, что это ихний реактор для экспериментов неких. Бурьеновары, ёбаная, блядь. Какое-то там зеленое говнище вонючее, блядь. Я как попробовал, когда надо было закусить, так мне чуть жопу не порвало. Сперва было все заебись. Я ёбнул новой самогонки, блядь, а тут хван подъехал. И как начал всех проверять, блядь, на укуренность и бухлизм. Нашего брата дохуя на Колыму, блядь, послал нахуй. Я вовремя засёк его, блядь, на мониторах, нахуй. Машина, блядь, ионная. Я туды-сюды, блядь, закусить нечем. Смотрю, хуяк, блядь, это поебень. А в ней жижа эта зеленая. Слился малость, нюхнул, блядь, блядь, ну, чуть не сплевал от такого духана. Но
делать было нечего. Пришлось перекреститься и ёбнуть залпом. Это запах и нейтрализовало, кстати. Так что, когда Гман подошёл, нюхнул, удивился, блядь, и сказал, что будет меня номинировать на самого трезвого мента у комплексе, блядь. Я такой счастливый с работы пошел. А только вышел с работы, как говно, блядь, жопу как ёбнуло. Давление на анальный клапан превысило китайскую норму, блядь. Еле-еле до сортира добежал, блядь. Полметровую кучу дерьмища навалил. Зеленого такого тоже дымилось, блядь. Никак не мог смыть, блядь. Пролежало 2 дня, блядь, пока, блядь, туалет не убрали нахуй и дезинфицировали, блядь. Сейчас, о, видишь, самогона полбака уже нема. А вот на столе дегустатор, блядь, рыхнет. Весь день дегустирует. Это ж аппаратура, нахуя. И я вот за 5 минут могу полбака нагнать. Люблю я нашу науку и технику, ёпси. Ну пиздец, блядь. Ты мне это, лучше ключ от канализации дай. Да на, блядь, мне он нахуй не надо. Здорово, Фрид. Хорошо, ты тут шляешься. Я тут ключ не нашел. Возьмешь с собой. Я знаю, что не надо. Thank you.
сука! Ты где шлялся столько? Уже без 10:12! Ёб твою, блядь! А мне показалось, что несколько минут, блядь, прошло. Это, бля, просто у вас метаболизм замедлился. Есть тут одна такая аномалия. То ли от реактора, то ли из лаборатории на -590. И... А в общем, аномалия, чувак. На минус каком, извините? Что на минус каком? Ну ты ж только что сказал, что на -590 лаборатории есть. Да вы чё, ебанутые? Да у нас там столько этажей нету. Да и быть не может. Да, там же дальше 100 метров гранит. Пиздец. А вы чё подумали? Чё, возможно, что ли там на такой глубине что-то вырыть? Так хуля, а -5 вон есть. Так там же ж не показано, что это за этаж. Тоже тупое, нема. Да, там хуйня. Там заброшено всё. И вообще, туда не ходит никто. Так-так, наш профессор нам, походу, что-то не договаривает. Не так ли, блядь? Давай колись, учёная морда. Вы чё, ебанутые? Ещё раз говорю, там ничего нету. Там заброшенные этажи. Ясно? Блядь, нахуй. Ясно? А, да-да, конечно. Ну вот и отлично. Ёб твою, мы ж на тусу опаздываем. Ноги в руки и вперёд. Там уже народу собралось. Сейчас ГМАН подъедет. А будет типа речь толкать. Пошли быстрее. Пошли, блядь. Okay, I'll cover you. Let's go. Так-так, ну, конечно, профессор нам, походу, что-то не договаривает. Не так ли? You're going to have to leave me here, Gordon. All right. I'm going to stay here, and we're glad to oblige a fellow scientist. I don't suppose you'd reconsider. Roger that. Let's run like hell. Okay, I'll secure this one, okay? Why not? Didn't want to die alone anyway. Yes, let's go. I'm slowing you down, am I? You go on without me. Yeah, we might stand a better chance if we team up. I certainly... Так-так, ну, конечно, профессор... Так-так, ну, конечно, профессор...
This is as far as I go. Так, да, так, конечно, профессор нам, походу, что-то не договаривает. Не так ли, блядь? Let's get the hell out of... Так, да, так, конечно, профессор нам, походу, что-то не договаривает. Не так ли, I refuse блядь? To go another step. With my brains and your brawn, we'll make an... Так, да, так, конечно, профессор нам, походу, что-то не договаривает.